знаешь, братишка, это новый смена влог, но уже в Москве, которого никогда не было. А у меня есть мой кентубас, который мы будем катать в смену. Поздоровайся. Здорово. Ты сегодня кто у нас? Угленос. Не, нихуя, думаешь, если я заебусь, я уйду на угли. Я люблю так делать, просто тихо на угли ухожу. А это Хука Плейс Горбушка, у них, короче, сразу здесь есть магазин. Тату Плейс, никогда не встречал внутри кальянной татуировки. Так, давайте пройдемся, что у нас здесь есть. У нас здесь есть кальяны, Хуп, Мамай, ВЗ, Мэтпир, Мамай, Мамай. Кстати, мини Мамай, мини Коловер, Дарксайд новые, Юнион, Орион, что это? Короче, таких много, короче, кальянов похожих. Еще Дарксайд, это я не знаю, что. Хупа, вон то, походу, деревянная, квадратная, вообще нахуй никогда не используется. Там похоже на Мэтпир, я не могу понять, что это. А по табачку, ребят, есть немного танжа, щербетли, сладкая вата, главное, есть вроде. Да, это охуенно сразу. Так, гусбери, это что? Это танж? Нет, какой-то еще джасмоук. А, это джасмоук. И, собственно, немного ВТОшечки так тут есть. Я понял, да, короче, кашечка. Давайте, собственно, пройдемся, что у нас есть. Шланги неудобно висят. Сразу вижу уже. Так, вот такое вот, собственно, помещение. Чокеры, чоперы, как-то, короче, эти диваны называются. Там уже диджик. Здесь уже кто-то курит, сидит. Слушай, как тебе вообще Горбушка? Вообще, ребята, здесь уютное место, классно, приходите все сегодня на открытие КП Горбушка. Как они тебе, блядь, придут на открытие, если это видео может через неделю так появиться, ебать ты, блядь, припрутся, а где открытие, блядь? Уже открылись, как бы. Да, уже открылись, короче, ну, уютно, но это есть, как говорится, московский ебаный подвал. Здесь еще такая мелочь, декорации, там касса, там вон магазин, уборная. Вон там дверь татухи. Собственно, вот здесь очень-очень уже торопятся к открытию, подготавливают, подкрашивают что-то. Короче, все в быстром-быстром формате. И, собственно, сегодня у нас будет сменка здесь. Будем откатывать. Это смена влог. Подписывайся, блядь. Ебать, да, и самое главное, какая ХП без Дарксайда, собственно, да? Вот так вот. Зона у нас здесь, как я понял, вместе с чаевником, кофеевником. Плитка прикольная, кстати, забыл про это сказать. Плиточка плюс, как его, блядь, называется? Качество мангальницы. Короче, мангальница, хуй с ним будет называться. Чашечки, облако. Главное, есть апгрейды, облако. А вот РФ-ка. А, нет, пизжу. Вот одна РФ-ка. И вон там у чувака на кальяне тоже РФ-ка. Больше ничего нет. Раковина крайне неудобная. Да, другой раковины я здесь не вижу, к сожалению. Здесь нормально, нихуя не помоешь. Резинок на полу тоже нет. Нужны резинки на пол по-любому, чтобы было комфортнее работать. Все. Так, собственно, сменочка потихоньку начинается. Народ затягивается. На самом деле, скажу так, ребят, что... В Москве я не очень люблю брать смены. Почему? Потому что это моя максимальная зона комфорта. То есть я знаю, что люди курят, это московские паводки, московский диалект такой, да? Я знаю, как они курят, я знаю, что они курят, поэтому здесь нет какого-то вызова, да? Допустим, взять смену в Нижнем Новгороде, там был реально для меня вызов понять, как они курят. Та же самая Астрахань, да, для меня это тоже был вызов понять, как они курят и что они курят. Тут же зона комфорта, почти все лица как бы знакомые, да, и ты прекрасно знаешь, какой он вкус выберет. Обычно как в Москве это происходит, что-нибудь дарк с чем-нибудь, на шестерку, как бы и все, достаточно, да. То есть здесь тебе не нужно волноваться, чтобы кальян был дымный. Здесь, в принципе, нет такого, чтобы ты воевал за крепость. Здесь нет такого, чтобы ты игрался с жаром. Ты накидываешь два больших, один маленький, да, уголек, и все, про этот стол можно забыть. Потому что люди курят одним ритмом,
И уже нет такого, что ты начинаешь сбиваться, либо гость начинает тебя вот так вот кричать: ау, типа, меняй угли. Нет, здесь нихуя такого нет. Работать в Москве — это максимальная зона комфорта. Ты вынес им кальян, и реально можно забыть. То есть до следующей смены углей, когда ты сам уже захочешь пойти что-то сделать, то круто. Если в редких случаях, когда кто-то прям реально просит там, каждые 3-4 минуты заебывать тебя сменой углей, ну такие обычно как бы посылаются нахуй и просто игнорятся. Просто подходишь и говоришь: слышь, чувак, блядь, ты угомонись, блядь. Поэтому вот так вот, сейчас начнем по забивочкам московским, да? И по московским принятиям, по московскому принятию заказа. Все максимально просто. Подписывайся, ставь лайки. Голосуй, блядь, за меня где-нибудь. Вот, собственно, первый заказ, да, у меня есть вот такая вот чашечка, да. Заказ элементарный, пришел чувак, говорит: да, мне что-нибудь на шестерку, 60 дарка, 40 чего-нибудь. Все, как бы, окей, заказ принят, нет долгой какой-то ебатни, да. Все максимально простенько. То есть у нас есть чашечка, вот так вот она забита, это первый слой, получается, это Dark Side. 60% Dark Side. Далее я нашел здесь Pussy Riot, Pussy Fruit, это, короче, вроде Джасмо, короче, хуй его знает, что это. А, это сатир, блядь. Все, мы, собственно, сюда бахаем 20% сатира и 20% Джасмоука, да, так, пьяной клюквы. И все, вуаля. То есть чашечка забита, да, как бы вроде, да. Что мы берем дальше? Мы берем это все вот так вот аккуратненько приминаем. Так, чтобы не было касания, не было перегрева, и все. Колодочка, два больших, один маленький, прогрели чуть-чуть и вынесли. Что тут, блядь, происходит, нахуй? Здравствуйте. Яблочный сок пьете? Специальное открытие. Понял. Я думал, вы бухаете, вы просто яблочный сок пьете. На самом деле это похоже. Да, я думал виски, а это просто яблочный сок, блядь. Это смена влог продолжается. У нас здесь есть чувак, от которого, от чего интервью должно были гореть жопы. Это кликбайт был. Это кликбейт? Да. Как тебе вообще интервью было, интересно, или Дима нудный? Не, ну в целом Дима хотел очень много такой конкретики, которая бы очень испортила мою репутацию. Но ты не раскололся, братан. Да. Не, все бы обиделись просто, не стали бы со мной вести дела. Да, на самом деле Платонов не нюхает, ему просто нравится запах. Так, это у нас есть Вова Минулин. Привет, ребят. Выжил после. Если вам не понравился Пест, то в описании его личный номер. Сука. Да, заебал. Че курить будем? Кальян. Я обычно отвечаю: А можно что-нибудь повеселее добавить там это? Ну. Не знаю, что по кайфу там стоит, это забито. По кайфу есть чита, братан. Две чашечки, две. Все, понял, две чашечки по кайфу. Собственно, как вы видели, да, Москва, по кайфу, братан, просто по кайфу. Две чашечки просто по кайфу. Мы, короче, что берем? В одну чашечку мы берем Kale Grapefruit и немного Tropical Rare. Во вторую чашечку мы берем Бергамонстер и Strawberry Light. Просто обычно и по кайфу. То есть, и все. Да. Про этого чувака я просто забыл. Ну, в Москве любят забывать гостям чашки делать. Поэтому мой миньончик сейчас быстренько пытается исправить мой косячок. Вот так, короче, добиваем, раскурим, вынесем Платону и Минулину и посмотрим, что они скажут. Подслушай, блядь, дядя, что для тебя крепкие кальяны? Крепкие — это когда у тебя руки отнимаются, нахуй. А тяжелые что такое? Тяжелые — это когда тянется тяжело. А если тянется легко и просят сделать на легкой тяге? Ты Сочи?
Нет. А откуда? Волгоград. А, бля, понятно, все нахуй. Волгоград, блядь, Астрахань, одна хуйня, короче. Это солома, соломенные, блядь. Ну, чтоб типа... горело, блядь. Да, на перегреве, пиздец. Как это у вас? А у вас хэштег такой? Это по грязь, сатане, по сатане, братан, да? Нет, это грязь. А, у вас это грязь? Это грязь. В Астрахани это по сатане, блядь. Это грязь. Брат, ты просто в Москве не уживешься. Своей грязью. Типа, когда я был пиздюком. В Москве только улицы грязные, братан. Кальяны должны быть комфортные. Короче, здесь есть как хороший 25-й уголь, так есть и 31-й от шамана. И вот это выглядит примерно вот так. Либо вот так. Короче, шаманы без обид, но лично я не нашел никакого практического применения именно в кальянной движухе вашему углю 31-му, да? Никак. Залупа, а чё? Это залупа разжигается 15 минут, нахуй. Гость сдохнет, нахуй, пока ему вынесешь этот кальян. А по шаману в целом? По шаману? Ну, типа хуйня, ара рулит, типа. По кайфу. А как называется твоя профессия? Текила. Текила. Но ты яги разливаешь. Как ты спалил? Ну да. Ты яги разливаешь. Бывает и вискари, ромы. А можно вас называть девочка-наливайка? Да хоть девочка-пробирка. Девочка-пробирка. Да. Все понятно. Все ясно. А тебя не спрашивают, типа, а у вас там что, анализы? Спрашивают. Спрашивают? 30% людей спрашивают. Особенно, когда что-нибудь такое желтенькое наливаешь. Понятно. У меня просто половина подписчиков малолетние дрочеры, и такие кадры им нравятся. Да? Поняла, да? Лично пьют алкоголь. Они не пьют алкоголь, они дрочат только на сиськи. Да, вот они посмотрели выпуск, глаза закрыли, представили, как ты рядом с ними, и все. Клиненькие. Да. Ладно, наливай. Че, ебать, катнуть смену хочешь? Конечно, я уже катаю там. Я уже катаю смену. Спасибо. Ты нахуя телефон в туалет уронил, блядь? Блядь, а хули мне Валера Платонов снова дно индустрии игромейстер? Хуёвый хуй держал тебе. Конечно, в туалете? Блядь. Или пережал его, блядь? Слушай, ну это... такой, а, телефон вырос. Это смотря как ты увидел уже. Пережал, не дожал. Самое главное, что телефон... Шлангом или своим шлангом? Шлангом задел. Черным шлангом. Большим таким длинным. Но это все истории такие. Как тебе текила, герл? Ну, сиськи люблю. Красава. Сиськи люблю, да. А губы, как тебе ее губы? Слушай, ну это нужно... Губы проверяются в другой ситуации. На шланге. На шланге. На шланге, да. Там, братан, моча была. Это использованные пробирки. Это лучшая моча, что я пробовал в своей жизни. Правда моча? Уринотерапия, братан. Короче, сейчас по заказикам очень шумно. Да. Будем учиться, короче, правильно прогревать кальян. Да, я вам покажу сейчас, как правильно его греть. Так, чтобы быстренько, шустренько. Понимаешь, о чем я говорю? Чтобы не ждать по 15-20 минут, чтобы прогреть. Чтоб гость не ждал, блядь. Сука, я когда в кальянную прихожу, блядь, я почему-то жду кальян 25 минут. Я хуй его знает, с чем это связано, но я буду вас учить, как этого не делать, не допускать. Хотел снять про прогрев, а тут какой-то мужик пришел, что-то барабан крутить сейчас будет. Прощайте, барабан. Читерите, блядь, читеры, нахуй. А уже поздно или еще можно? Что, можно еще? Можно, кидай. Что давай. Надо писать? Инстаграм. Сзади. Да, ты можешь зайти. Ребята, налейте что-нибудь. Где можно взять?
Шампанского налейте. Короче, спецзаказ до этого мужика, который барабан будет крутить. А, это вот он. Кашмир Черри, чё? Кашмир Черри и Пайнпас. И Врокс, да. Даже Кашмира чё, дай ему. Все, окей, сейчас мы сделаем. Кашмир Черри Антончику. Я имею право такого называть. Короче, пока музыки нет, тут Антоша крутит барабан. Давай, давай, не мешай рукой. Мы пока забьем ему Кашмир Черри на чашку облака, короче, да? И Пайнпасика. Фу, блядь, тут все в шампанье. Ладно, человек, у которого инстаграм начинается на букву Т. Да, да, восьмок, да, восьмок. Я 10 своих закинул. Есть такое вообще на букву Т? Я сделал. Я думаю, такой человек один, да, это какой-то доктор. Доктор Бьюти Москва. Короче, вот так мы, короче, просто закинули. Сейчас поставим коллаут, накинем туда углей и будем правильно греть. А короче, сейчас сюда зашел Антон Гайворонский и сразу в заведении завоняло пиздой. Потому что девочки, что? Девочки потекли. Но мы начинаем прогревать. То есть у нас есть колодка с тремя 25-ми, а есть чашечка облака и танжик, который идет до Антона. Короче, мы поставили нашу чашечку с коллаудом, да, все, заебись. Накрываем буквально на 3 минуты. Для чего это надо? На самом деле такое понятие, как греть чашку, это реально метафора. Почему? Потому что в смысле, то есть, ну, блядь, в смысле, потому что нет смысла греть чашку. Почему? Нужно греть табак. То есть, прогревая чашку, но не прогревая табак, это гон. Если ты перегреешь чашку, то, соответственно, перегреется у тебя уже весь табак. Поэтому мы нагреваем воздух в колпаке, то есть чтобы в колпаке был максимально прогретый воздух. И через 2-3 минутки мы начинаем весь этот воздух прогонять через наш табак очень медленными тягами. В принципе, достаточно 3-4 тяг. И, собственно, все уже готово. Это самая оптимальная вариация. То есть, грубо говоря, да, вот мы все это поставили. То есть, что мы получаем в данном случае с танжирцем? Это правильно прогретый, не перегретый танж, у которого очень яркая ароматика, но нет, собственно, этого привкуса табачного листа, шоколадно-табачный привкус. За что, за счет чего он появляется? Он появляется за счет того, что мы, то, что мы греем по 10 минут танж, мы нагреваем ядро табачного листа, и оно начинает отдавать нам этим именно внутренним ароматом. Поэтому прогрели 3 минутки и вынесли его нахуй гостям по-быстрому. Быстренько. Короче, это такая мини-рубрика блиц-каверзных вопросов чувачкам. Я так и понял. И открывает эту рубрику, конечно же, Антон Гайворонский, кто как никто, да? Собственно, Антон, у меня есть к тебе вопросы. На них нужно отвечать быстро, как говорит сердце, да? Да, давай. Поэтому много времени не займу. Погнали, первый вопрос. Мэтт Пир или Чойзен? Мэтт Пир. Darkside или Total Flame? Darkside. Darkside Cola или Альфакер двойное яблоко? Альфакер двойное яблоко. Кука Клаб Шоу или пикник, блядь? Кук Клаб Шоу, конечно. Качество или количество? Качество, качество. Кальянный мастер твоей мамы или Фила Трёха? Фила Трёха. Сори, сори, Слава. Собственно, все. Спасибо, Антон. Спасибо тебе. Я думал, более каверзный. Не, я хотел Нашке вопрос задать. Чулки или брюки, поговорят чулки, в прошлом. Чулки, конечно, чулки. Ну, думаю, не буду, брат. Вот так вот, собственно, как да. Тебе попасть? Хорошо. Отлично. Горбушка скоро там во всех этих бутиках будет. Перерывчик. Да. И самое главное, что здесь есть маркет, и можно теперь не только затариваться дисками, палеными там, да, Windows купить новый себе. Так еще делают, я не знаю. Делают. Вот. Но можно и кальян купить, мне кажется. А еще татуху можно купить. Татуху можно. И покурить кальян. Да, ребята молодцы, сделали прикольно. Здесь тату-салон, кальян и магазин. Прикольно. Спасибо. Спасибо. Быстренько. Короче, маленькая паника. Я подумал, у тебя чулки, сука.
Наш Макс почему-то зашивается. А почему ты зашиваешь? Потому что ты пьяный? Нет. А почему? Я еще не придумал ответ. Придумал отмазку. А, отмазку не придумал еще. Когда новичок в кальянной движухе зашивается, он выглядит вот так вот. Какой нахуй новичок? Я директор украинец, все правильно. Он резал торт, ему идет кусок. Алексей, окей. Алексей, пожалуйста, подойдите к нам. Алексей, подарите мне его. Забивка не в касании, не забивка. Дикая бакханалия, нихуя непонятно, что происходит. Кальянов, как оказалось, в заведении очень мало, их реально здесь не хватает. Вроде площадь небольшая, а кальянов не хватает, потому что на каждом столе по 5 кальянов, сука, стоит, блядь. Адская смена. Чё? Некуда сесть. Полная шаг, полная посадка сегодня. Чё ты остался? Ты себя чувствуешь? Обделённым, да. Ребёнком, который, блядь, не достался подарок под ёлкой. Да, да, вот. К сожалению, да, я чувствую себя таким. Чё ты об этом думаешь? На самом деле мне перемывают эмоции в плане того, что именно это место, то место, где будут люди кайфовать, будут отдыхать и получать некий кайф. Ты шаурму хавал, либо шашлык, да? Шашлык. Я с корпоратива, реально. Я с корпоратива, я был здесь с утра, вот, и сейчас подъехал уже после корпоратива. Я вижу. Я чувствую шашлык, блядь. Давай, ебаный шашлык. Я понял, да. Если что-то забьешь, я обязательно откурю. Слушай, а в чем проблема? Я тебе забью, бля, а ты постоишь, покуришь. Устойки, легко. В чем проблема? Ты все равно после корпоратива. Да, да. Безусловно, ребят. Что будем курить? Что-то хочется свежего фруктового. Покрепочка. Свыше среднего, где-то 7-8 баллов примерно. Все, понял, сделаем сейчас. Забейте меня, курить хочу. У нас три чашки. Максимально быстро вам сделать чашку. Я сделаю все, что Майк сделал. В силах зашитого кальянного мастера. Макс, мы тебе верим, Макс, давай. Я еще убью нос. Сегодня, если что. Ну-ка. Да зачем? Неудобно. Ну ладно, хуй с тобой. Как, давай, братан, втяни. Для меня первая забивка от Дава Смоук. КБ Горбушка, вот, да и вообще в целом. КБ Горбушка, бля! КП Корочка, братан. Как скажешь. На логотип, знаешь, корочку от хлеба. Чё там? Подзаебались, да? Нет. По твоему... Моё очко вот такое. Пока что. Да. Но смена влог, кажется, будет неинтересной. Да, потому что не было времени нормально поснимать. Была дикая, лютая запара. Кальянов не хватало. Это огромный минус. Все равно как бы не было. Надо ребятам больше кальянов. Хотя бы руки. Да. Хотя бы руки. Ладно, сейчас поработаем еще. Вроде запара так немного сбавилась. Сейчас можем адекватно подходить, снимать, принимать заказ. А почему не снимали заказы? Потому что, блядь, маленькое помещение и музыка, сука, орёт пиздец, блядь. Поэтому, собственно, и не снимали заказы, потому что нихуя слышно не было. Так вспомни. Может, так вспомню, окей. Нет, не вспомню. Я ненавижу кальяны. Не получается у меня это все. Не пойдет. Давайте секс, давайте. Бля. Блогер Ванючка. Бля, на чем эти ебучие блогеры зарабатывают? На чем, бля? На чем? Я не понимаю, Ютуб, за что ты платишь, блядь? Просто из воздуха бабки. Из воздуха, нахуй. На ровном месте. Я тоже так хочу. Я тоже. Да хватит побраться, бля. Я тебя умоляю. Короче,
попросили что-нибудь Dark Blue Stunge, свежее, неприторное, но без мяты, ну, либо любого подобия мяты, короче. Выбор пал на Ice Granny, как бы, ну, там по факту мяты, как бы, ну, не чистый вкус мяты. А, и, конечно же, Pine Pass от Танжика. Я думаю, получится все прикольно. Сейчас раскурим, вынесем девочкам и спросим, как им все это. Короче, девчушки-стеснюшки оказались, и, ну, они сказали, очень пиздато, свеже, как мы и хотели. Было охуенно. А, mission complete, well done, блядь. А, народу становится все меньше. Время смены подходит к концу. И я уже понимаю, что я этот выпуск все равно выложу, но он не такой крутой, как другие. Потому что было очень шумно. И это все-таки официальное открытие. А пиздец, что происходит, блядь, не могу. Стоять, блядь!